Поэтому вот так вот мы. Без кукошника. Без кукошника, как большие серьезные тигры. Гуляем. Дядя Вова там чистит снег. Дядя Вова там у нас чистит снег. А тигр вообще недоволен. А тигр недоволен фактом того, что его заставляют тут лазить по сугробищам, да? Ну, слушай, давай я тебе дорожку-то топчу. Понимали, мне почти по колено снега. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Пойдем под осинку. Пойдем. У нас тут это свои пути и тропы, да? Давай, давай. Давай, давай. Вот он, дикий тигр в дикой природе. Будем жевать, будешь сидеть тут? Знакомые пейзажи, да? Правильно. Снежок почистить, да? Даем ей отдыхать от воротничка. Даем ей немножко отдыхать от воротничка. Чтобы у ребенка не закрыта потребность вылизываться. Особенно после ванны, после купания очень хочется себя нализывать. Уже так немножечко даем побыть без воротника. Ну, эта осина, конечно, любимое место у всех котов. Ни одного кота не знаю, кто бы эту осину не любил. Все здесь очень любят сидеть. Уютненько, да? Уютненько тигру. Уютненько тут тигру. Да, можно нору рыть. Нору можно рыть. Много вопросов по поводу, можно ли ей мочить лапу. Можно, даже нужно. Там у нее грануляция, она должна быть влажная. После того, как она купается, мы лапу ей обрабатываем и опять закрываем стерильными повязочками. Ой! Такое. Невкусная земелька. Что за тигр такой? Так. Будем ждать, пока дядя Вова дочистит, а потом пойдем. А потом мы с тобой пойдем домой, да. Ты же боишься трактора? Да вот очень у нас хорошие результаты. Начала она правильно лапку ставить, начала на нее хорошо опираться.
Мы даже сами не надеялись на такой быстрый результат. Вот. Ну, как видите. Ну что, пойдем куда-нибудь? Юный исследователь. А, юный исследователь? Пойдем? Да, и снежочку у нас тут хорошо. Нет, а тигр за мной не пошел. Тигр пойдет? А? Тигр пойдет? Или тигр будет в гнезде сидеть? Даже скажи, буду лежать в гнезде, а не сидеть, да? Ой, ходок. Ой, ходок. Ну так себе ходок. Ну, правильно ты с меня воротник сняла? Я пользуясь случаем, помою все места. Ну, еще я, конечно, разбудила. Она спала, и я ее разбудила, чтобы пока еще не стемнело, сходить прогуляться. Что вот, вот такая вот Каталина. Кош! Кош-кош! Так он не проснулась она совсем, да? Она совсем не проснулась. А я от тебя ухожу, кош. А я от тебя ухожу. Все, пока. Все, пока. Пока-пока, все, оставайся. Ты не хочешь идти? Ну, пока. Ну, пока, все. А все, я пошла. Все, давай, до свидания. Сиротка и бедняжка. Сиротка и бедняжка. А кто сиротка и бедняжка? Пойдем. Ветрище у нас, снежище. Много вопросов про Бетти. Про Бетти ролик у нас вышел сегодня на Бусти. С подробностями о том, что с ней было и как. Ну что вот, ребятки, вот такая у нас Каталинка. Можете за нее порадоваться. Дверь там открывается сама по себе, да? Слушай, так это ж путь домой, да? Это ж путь на диван. Кратчайший. Созерцательница. А, созерцательница. Дорогу кошка знает. Ты дорогу знаешь? Скажи, знаю. Ну так шагай. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. По незнакомым местам она никогда вперед не идет. Ей надо, чтобы шли впереди, а она будет идти следом по незнакомому месту. А там, где она дорогу знает, она благополучно чешет вперед. Ну, соображай, как сюда попасть. Да, именно так. Именно так. А тут я уже все знаю.
А тут я уже все знаю. Тут я тебя и сама доведу, да? Традиционно посидеть под машиной сейчас будет. Да? Будешь сидеть под машиной? Ты ж, конечно. Конечно. Всем пока, да? И не такой уж и страшный трактор, да? Пойдем быстрее. Пойдем скорее, пойдем, моя девочка, пойдем. Домой дорогу знаю.